Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видеоуроков для начинающих садоводов и огородников. Неделю назад я снимала небольшой видеоролик из ванны о поливе огурцов в кассетах. Чтобы быстрее полить, я их ставлю в ванну на ведро и поливаю. Сегодня хочу вам рассказать, что петунию можно поливать точно так же. Это неприхотливое растение. Если у вас не одна, а две или три кассеты, вы сами понимаете, что очень медленно и долго продвигается вот этот весь полив. Каждую нужно полить. Вот у меня она уже в стаканах, у меня три таких лотка. И вы представляете, если каждый стаканчик с отдельной поилочки поливать, это очень долго. Я также приношу в ванну, ставлю в лоток, поливаю из лейки. Три захода. Раз легонько полила, подождала. Если сильно стаканчики пересохшие, они могут не впитывать воду, она скатывается. Потом еще раз. И после того, как я поливаю третий раз, я подожду. Вода стечет с контейнера. Все, я ее отряхну и несу на полочку. Воду заготавливаю заранее, теплая вода. Такой слаборозовый раствор марганцовки. Это предохраняет от плесени, от гнили. Вот такой ускоренный полив петунии очень облегчает нам уход и выращивание. Вот после того, как она в стаканчике была пересажена, она стала хорошо расти. Ее нужно очень часто поливать. Видите, что она уже крупная. И если я буду каждый день в каждый стаканчик поливать, это все мне больше делать будет, заняться будет некогда другими делами. Надеюсь, вот этот способ ускоренного полива петунии возьмете себе на заметку. И, может быть, кому-то поможет этот совет. Все, спасибо, до свидания.